Данстар, седьмой скачки чемпионата ЖКФ, любитель восьмого турнирного дня ТР Башкирия. Скачку со старта повел второй номер Гаяс, тут же первый номер Акбарс, шестой номер Сафар, восьмой номер Урал, десятый номер Буляк. Скачку со старта повел второй номер Гаяс. Скачку, смена лидера, скачку ведет второй номер Гаяс, далее шестой номер Сафар, десятый номер Буляк. Скачку ведет первый номер Акбарс, тут же второй номер Гаяс, шестой номер Сафар, десятый номер Буляк, седьмой номер Эльнар. Скачку ведет второй номер Гаяс под управлением Гаврилова Владимира. Далее шестой номер Сафар, десятый номер Буляк, седьмой номер Эльнар. Участники седьмой скачки, первой скачки чемпионата Жокеев восьмого турнирного дня выходят на финишную прямую. Скачку возглавляет второй номер Гаяс, далее седьмой номер Эльнар. Скачку идет первый номер Акбарс, тут же второй номер Гаяс, седьмой номер Эльнар. Участники седьмой скачки приближаются к отметке финишного столба. Заканчивает дистанцию первый номер Акбар, заканчивает дистанцию второй номер Гаяс и остальные участники скачки. Ну что ж, вот и закончилась первая скачка. Давайте поаплодируем, друзья.